И всем привет, с вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике мы опять продолжаем играть в Hello Neighbor! Приветствую, Седушка, Альфа 4! И в этой части, ну, я это снимаю в один день, в общем, подпишитесь, во-первых, на мой канал, Нубас, подпишитесь, вот, сверните прямо сейчас видосик, вот, я от вас не отстану, вот эти вот несколько секунд, я буду вам это говорить. Подпишитесь на канал, подпишитесь на канал, все, что я от вас прошу, пожалуйста, подпишитесь на этот, блин, канал. Пожалуйста, подпишитесь. Вот подпишитесь и все. Итак, мы начинаем прыгать на ружье. Опять. Так. Так, можем. Как-то. Ой-ой-ой. Что это такое? То есть самый прикол, то, что мы можем прыгать на ружье. Тут все, что мы и будем делать. О, там что-то я видел. Ну ладно. Ох. Мы все равно упали. Так. Ой-ой-ой, не сюда, не туда. Кстати, можно перепрыгнуть эту вообще штуку, нет? Нет, я слился. Так, опа! Давай-давай, почти! Почти ты туда добрался, ладно. Окей. Что здесь можно? Так, сюда забираемся. Здесь мы уже были, кто не помнит. Так, здесь можно уже... Так. У меня прикалывает это название, то, что здесь написано. Термолит... Типен. Сопнодзание. Педа. Это типа, я не знаю, что за педа такое. Но очень весело, конечно. Мы сейчас находимся на Холпате Мокнапья. И Леньмица. Сначала я лестница прочитал, это Леньмица. Умный, блин, у нас. Русский умный сосед. Блин. Опа! Мы попали сюда. Туда, куда надо. А сесть никак, да? А кто везет-то? Кто? Ой-ой-ой-ой, как я сюда попал? Ни хрена. Я уже попал в роль этого, как его звать-то? На роль машиниста, кто он-то? Ну вы поняли. Охренеть. Мы управляем поездом. Это просто впервые, наверное, на Ютубе. То, что в Альфе 4 мы управляем поездом. Потому что я это вижу впервые. Так. Что, мы даже уже без остановки едем? Эй, остановись. Эй, мы так не договорились. Эй, ты что? Где мое ружье? Давай. Пожалуйста. А что, я подпрыгнул вообще не могу, что ли? Как я сюда-то попал? А как я сюда попал-то, блин? Давай, пожалуйста. Но зато мы можем отсюда отстреливаться как-то. Охренеть. Мы летаем на какой-то штуке. Я не знаю, как отсюда выбраться. Хотя нет, я знаю. Но почему-то не могу. О, мы можем отстреливаться, реально. На тебе, соседушка, на, смотри, я могу стрелять. Из поезда, это впервые такое в Альфе происходит. Так, чё без остановки-то? Блин, ну почему? Как отсюда вылезти-то, блин? Как я вообще сюда попал? Давай. Надо что-то придумать. Как-то ведь отсюда надо. Во! А, я могу... Я могу этим управлять! Серьезно? Я могу этим управлять. Вот! Вот, смотрите! Я могу... Нет, не могу. Я чуть не выпал. Нет, не выпал. Во! Ребят, мы можем управлять поездом. Во! Вот он. Поехали. Вперед. Вот, я понял, это прикол какой. Так, во. Это не доработано, но пофиг. Поехали, значит. До кого? Тут нет ничего. То есть мы сами управляем нашим поездом. Вот что. Я вам хочу рассказать. Вот, стоп. Стоп. Назад. Назад.
Тихо, выходим. Ой-ой-ой, где? Все нормально? Все, закройся. Все. Вот так вот мы покатались на нашем... как его назвать-то, блин? Короче, на вагончике. На метро каком-то, блин. Не знаю, как его назвать-то. Так. Вот оно, наше метро. Так, туда я пока что не хочу. Что ж, не добрались мы пока что до нашего... этого, как его звать-то? Не добрались мы до мельницы, ну ладно. В следующем, наверное, видеоролике. Ну что ж, всем спасибо за... что-то хотел сказать, забыл. Это я уже говорил в этом видеоролике. Это отсылка к нему. Что-то я хотел сказать, но забыл. Это отсылка к Warface. И заходите, пожалуйста, на плейлист Warface. Ну, а с вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Бас. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.